Приветики! С вами Лес, и мы продолжаем играть в Супермаркет Симулятор. А тебе приятнейшего аппетита и просмотра. Что ж, у нас сегодня имеются денежки. Я одну смену отработала и уже вон какую сумму да получила. Так, сразу открываемся, чтобы не терять время. Мои дорогие Жора и Геннадий Туалетка не успевают раскладывать товар. Видишь, какие дырки есть, хотя товар у меня имеется. Сейчас еще сама вот это ходила, все заполняла, потому что они не успевают это делать. Как будто бы уже надо будет потихонечку нанимать четвертые руки. Либо мне самой это делать, как на самом деле происходит. Так. Кто мою пирожку перевернул? Что за отношение к товару? Я не поняла. Жора. Геннадий. А? Так, смотри. Мы либо сейчас обустраиваем склад, покупаем стеллажи, либо покупаем лицензию. Лицензия у нас новая стоит 5600. Офигеть сколько. Отбеливатель новый. Чистящие средства. Капсулы для посудомойки. Чистящие средства. Мыло для посуды. Дуриан. Туалетная бумага еще какая-то. Слушай, это целая химия. На целую химию я столько не думала. Что ты ко мне пришла? Вон свободные кассы. На кассе никого нет, мадам. Ты чё? Так. Новая, получается, штука у нас тут будет, да? Ну, слушай, тогда предлагаю, что делать. Один стенд. Просто нам столько сюда не влезет. Чтоб столько всего не сдвигать, не убирать. Предлагаю один стенд делать туалетные бумаги. Тогда. И остальное у меня будет... По два экземпляра. Получается, то есть, две полосочки вот этого чистящего средства. Нет, не получится. Мне стеллажей не хватит. Караул, стеллажей не хватает! Так. А там куча всего. А там куча всего, блин. Дайте себе отпущу. Да что ж вы ко мне приходите? Ну не видите, ну нет никого на кассе. На что вы пришли? Так. Надо вот серьезно подумать, как бы навместить ту всю химию. Потому что на это я не рассчитывала. Все, касса закрыта, ничего не знаю. Вон, идите вот к Диме Билану, он свободен. Так. А на сколько позиций там вообще появилось? Раз... 2, 3, 4, 5, 6. 6 позиций. Ну, слушай. Уровень магазина 42. Мне еще 2 уровня надо. Ага, значит, можем не торопиться, а спокойно расширять склад. Хорошо. Но 6 позиций. Это достаточно много. Одна позиция точно выделится на туалетную бумагу. Я уверена, если она такая же большая. Дальше. И каждой по полке надо будет выделить. Каждого средства. То есть, вторая вот эта штука... А весь стеллаж у нас туалетная бумага. Значит, у нас остается только один стеллаж. Нам не хватит только. Нам не хватает. Нам не хватает стеллажей. Либо это просто... Блин, очень мало будет товара у нас. Ай, мне не хватает стеллажей! Так, хорошо, я могу один стеллаж сюда поставить. Давай сделаем хорошо вот так. Окей. Это мы сюда перенесли. Отлично. Сюда мы можем еще один стеллаж поставить. Хорошо. Меня это, в принципе, радует. Либо. Смотри, мы можем отсюда перенести сюда вот сыр. И поставить сюда стеллаж. Но мне это не нравится. Мне больше нравится, когда у нас стоят холодильники. Так, что там залупились? На воду? Хотят воды. Чем вам вода? Воздухом питайтесь. Воду не хотят. Все, вода есть. Так, хорошо, ладно. А, давай купим стеллажи. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять стеллажей нам пойдет. Мебель. Пять. И еще вот это. И... О, чуть-чуть. Продуктики. Давай еще продуктики закажем. Что нам надо? А, картофана можно купить. И, ага, бочков. Бочоночки. Картошка, бочонки. Так, вот картошка.
Две картошечки и бочки. Бочки нужны, бочка. Только две бочки давай. Все. Пошли. Ох, какие коробки. Так, ну если что, ребята, если под завязку, то идите уж на мою кассу. Ладно, не страшно. Так. Обустраиваемся. Оп. Отлично. Отлично. Да, думаю, нормально, в принципе. Ну, можно чуть-чуть, конечно, сюда съехать, чтобы было побольше места. Ну, типа вот так. И сиди. Вот так вот. Было чуть побольше здесь места. Ну, вроде нормально. Вроде... Ну, слушай, почти, вроде почти одинаково. Ну, почти одинаково. Сойдет. Сойдет. Что, у меня там всего два человека? Нормально, что, подождут, подождут. Сами пришли на кассу. Так сказать. Сами виноваты. Надо бы свет включить. Оп. Так, ну ладно. Давай-ка, по карточку. 38, 75. Угу. Следующий. Все, уже вечер, пошли покупатели. Ладно, нас уже не оторвать. Уже покупатели идут, видишь? Снова. Надо помочь своим кассирчикам. Диме Билайнчику, Сергею Лазареву. А то в попыхах не успевает ничего сделать. А ты кто? Я невидимку обслуживаю или чё? Кого я обслуживаю? Я вообще-то здесь стою! Я тут стою! А не там! Йогурт слишком дорогой. Надо будет сейчас исправить. Подождите. А, это ко мне на кассу все? А что случилось? Что-то вы забагались. Йогурт слишком дорогой. Так, надо это дело еще исправить. Это вы забагались, ребят. Вот видишь, я, кстати, добавила новый мод с коробками, чтобы перемещать все. Ну, посмотри, забахались, зараза. Вот про это и говорила. Все, они все к нему, походу. Так, йогурт слишком дорогой. А что с ним? В смысле йогурт слишком дорогой? Ты чё, издеваешься? А, ну вообще, да. Это у нас получается 15, ну, 32. Меня, кстати, в комментариях под одним роликом научили высчитывать 10% от этих долларов. Так что спасибо тебе большое. Теперь это на самом деле с легкостью. Давай я тебе тоже объясню, как это делать. Смотри, короче, на примере вот 1 доллар. 1 доллар это, короче, 100 центов. Вот, 1 доллар 100 центов. То есть, от этого 10% это 10. Если у нас здесь доллар 32, просто убирай точку, короче, и это будет 132, значит, нам нужно просто, ну, на 13 поднять. Вот где-то мы так подняли, просто на 10 подняли. Вот. Если же тут, то мы тогда поднимаем на доллар 39. Типа на доллар 14 30 38, значит, это сюда так, ну где-то давай-ка на 0,4, вот так вот где-то. А ты куда стоишь, туда? Ну ладно, стой дальше. Так, магазин у нас не скоро будет того левела. Так что хорошо, лицензии нам сказали. Блин уж. Ты задрал, воришка, блин. Ходить по моему складу. Вы что, охренели все опять? Ходят они тут. Вам что, здесь медом намазано? Бесят. Я еще охранника наниму, чтобы вас тут пароли всех. И вся. Капец, короче. Ладно, так, я хочу смотреть, что сделать.
Давай-ка я вот эту сладость перенесу вот сюда. И вот сюда поставлю. Коробки эти грёбаные. И здесь у меня будет сейчас новый стенд. Вот. Вот, все, новый стенд. Так, получается. Мука. Мука. Вот, отлично. Дальше. У меня непонятно, где тусуется хлеб. Поэтому хлеб. Выбираем. Хлеб. Хлеб. Где мой хлеб? Вот тут всего-то у меня чуть-чуть хлеба, поэтому хлеб переезжает сюда. И хлеб переезжает вот сюда. Вот так вот. Так. Хлеб. Пюрешка. Пюрешку, думаю, можно будет тоже перетасовать туда, возможно. Так, что у меня тут имеется? У меня тут имеется перец. Очень много перца. Я думаю, могу я его сюда запихать. И также сделать с пюрешкой. Пюрешки много влазит, так что одного стенда ей хватит. Вот так. Какие-то зависания бывают. Добавишь, называется, что-то, и вот тебе и прилетит это что-то. Так, соль. Кстати, нам бы соль... А, у меня вон, кстати. Хлеб. А, у меня вон хлеб. Вот так вот, значит, делаю. Что ж поделать. Так. Этого достаточно? Этого достаточно почти. Так, рис, рожки, намана. Сюда надо бы что-то зафигачить. Он ковыряется. Кто здесь ковыряется, я не пойму. Так, что мне туда зафигачить? Кого мне туда зафигачить? Вопрос на миллион. Кого туда зафигачить? Получается, сюда, что я могу? По идее, я могу сюда пюреху запихать. Так будет нормально. Пюреха здесь будет. И все. Дальше, типа, ну, все нормально. Здесь выпивка. Чипсики. Давай я перенесу вот туда, тоже к ним. Где чипсы? Где вторые чипсы? Чипсы! У нас должны были быть вторые чипсы. А куда они делись? Что, нет у меня чипсов? У меня же были чипсы. Нету чипсов. У меня нету чипсов. М-да. Оп. Оп. И вот это хочу сюда перенести. Здесь этот картофан. Здесь как бы пусть оно стоит вдалеке, потому что без разницы, какая здесь позиция. Просто вижу, что картошка, она на весь стенд. Здесь поближе пусть будет. Поближе к сердцу. Так, ну стоп, раз картошка. Чипсы, раз. А, вот они, чипсы. Вот, два давай. Это убираем. Вот сюда вот. Хорошо, чипсы имеются, картошка имеется, вот это имеется, имеется. То это свободный стенд, это у нас заполнить надо, здесь у нас свободненько. Хорошо, слушай, ну, в принципе, отлично. Все, зашибись. Потрясающе. Осталось только закупиться. Товары не найдены 4, считаются дорогими 1. Ну, увидим. Пиво, водка, бутербродный хлеб. Давай за хлебушком сначала сбегаем. Так. Ну-ка, давай. Это у нас будет 3. Получается, будет 40. Дальше пиво какое-то. Нет. Нет.
Какое? 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 Какое из? Как же сложно, когда ты поднимаешь цены, и потом не поймешь, блин, она поднялась настолько или ты выставил? Ага, бочка и валяра. Бочка, валяра, бочка, валяра. Так, бочка, бочонок. Хорошо, бочонок. Это у нас где-то... на 2 доллара 53 цента. 3 цента, а значит это еще больше, 28 где-то, давай-ка 19, давай так сделаем. Угу. И тебя, так, 11.26, это значит, что где-то на, нет, нет, ты что, 12, а не работает, 12.12, 38. Все. Отлично. Открываем магазин. Открываем кассу. Заполняемся. Так, у меня нету чего? У меня риса нету. Во-первых, мне нужен рис. Срочно! Риса нету! Раз, два, три. Риса нету. Муки нету. Раз, два, три, четыре. Ага. Спагетти. Спагетти белые. Спагетти белые. Раз, два, три, четыре. Так, понятно. Надо будет еще, может, скачать, чтобы... О! Убрался лимит просто. На самом деле, это очень много. Мука. Мука мне красная нужна, и мука новая. Мука красная. Две штуки. Можно три, и муки тоже три. Так. Раз, два, три. Ага. Дальше сусу. Кофе. Давай кофе. Раз, два, три, четыре. Угу. Дальше. Раз, два, три. Раз. Ага. Два. Раз. Два. Перец. Перец. Лаки. Да не, пока нормально по злакам. Так, картофана надо заказать. И бочки, много бочки. 5 штук. Картошка. Одна. Дальше. Еще две картошки где-то. Три картошки. Дальше. Пиво. Так, раз, два, три, четыре. 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 Угу. Дальше. Зеленое, красное. И еще можно будет зеленого, красного на будущее. Так, водяры. Водяром. Так, раз, два, три. Это. Угу. Это готово. Дальше чипсы и те по три штуки. Чипсы. Готово. Чипсы. Ага. Так, что у нас? Майонез, соль, майонез, соль. Поехали. Чима, да, конечно, майонезиком, солим. Вот такие вот дела. Уже у нас на самом деле заказать товар это очень долго, особенно когда нужно только по 10 позиций сделать. Это, ну, это пипец просто. Деле. Воды обычной бы заказать еще. Угу. Дальше у нас что? Сахарная пудра, арахис, шоколад, все дела. Арахис, сахарная пудра, шоколадик. Так. Заказ. Ну, заказывай. Конфеточки. Конфеточки. Угу. Ага, мороженки. Угу. Так, что у меня там очередь? Ой, у меня здесь очередь. Ты, блин, со своим этим одним.
Кто-то ходил, что-то кому-то не нравилось. Что за дела? Что случилось? Рассказывайте. Так, 76. Следующий. Вот это, блин, очередь. Ждали же долго, ждали. Дожидались, бедненько. Не могли просто пойти на другую кассу. Пармезан. А, сейчас закажу, подожди, приходи завтра. Можешь и сегодня даже. Суши нет, блин. Так, 81, 44. Все, касса закрыта. Ой. Касса закрыта, ничего не знаю, ёпта. Так, туалетка. Туалетка. Сыр, пармезан. Короче, надо сыра заказать, в принципе. Сыр весь заказываем, давай-ка. Так, сыр. Так, раз-два, раз-два, раз-два. Так, раз-два-три, раз-два-три. Угу, хорошо. Так, туалетная бумага. Туалетная бумага и еще туалетные бумаги. Дальше, хорошо, отбеливатели. Отбеливатели, раз-два-три. Касса заполнен, ё-моё. Давайте-ка, ходите ко мне. Дальше, суши большие, суши маленькие. Суши. Так, раз-два, раз-два-три, четыре. Давайте-ка, ребята, быстро работаем, быстро работаем. Суши нету, что за дела, ребят, почему, какого фига у нас суши нету? Что за фигня? Почему у нас суши с вами нету? Так, 18. Пармезана нету. Да ты какого? Пармезана есть, пармезаны. Сам ты не до пармезаны. У меня все имеется. Ты... И тут уже все имеется. Да, вы быстро работаете. Молодцы. Хорошо работаете. Так, касса заполнена. Надо быстро работать. Быстро. Поехали. Надо за всех работать. Я работаю за четверых и сразу. Одновременно. Лосося не нашел ты. Ты слепой просто. Что там есть? У меня полные холодильники. Ну, яиц бы купить, кстати. Давно яйца не закупала. Да есть суши! Ты слепой, мне тебя носом тыкнуть, или что? 5. 57. Следующий. Да есть у меня суши! Прекратите, пожалуйста. Что за вакханалия происходит? Есть у меня все. У меня все есть. Тебе чего нету? Бесит вы уже. Уже все бесит. А ты красивый. Новый. Добро пожаловать. У меня суши есть. Хочешь? Так, $2. Оп. 3-4. Хотя бы их все устраивает, уже радует. Угу, по карточке. 40-67. Следующий. Этот воришка постоянно заходит, как он мне достал. Надо бы ему это... Не додать. Иди, иди гуляй. Чтоб не ходил на мой склад. Ага. О, реально очень много покупателей. Все ко мне идут. Так. Угу. Нормально. О, божечки. Что? Что? Касса закрыта. Так. 41 уровень у нас, кстати, уже. Конфеты закончились. У меня конфеты есть. Господи, ну ты видишь, как они работают? Они не успевают, на самом деле, разносить все. Эх. Вот такая вот у них жизнь. Так. О, видишь, походу встал. Кто встал? Кто встал? Из-за какой коробки он теперь забагался? Хрен пойми, серьезно. Вот из-за этой коробки он забагался. Конечно, не успевает, когда он сидит в коробку, втыкает. Так, ну, я вот тут посветлее сделаю. Слишком темно. Так, еще у меня есть один стеллаж, но мне его некуда. Ты что сквозь стены проходишь, Геннадий?
А чё у меня их три? Я что-то забыла, что у меня, оказывается, три кладовщика. Уж. У меня три кладовщика, нифига себе! Вот это да! А, вот сюда. Лаш. Ё-моё. Слушай, а мы-то не выбрали ему имя. А? Для третьего. А как третьего-то зовут? Давай-ка в комментариях предложение. Потому что Геннадий туалетку у нас есть. Жорик, он там умеется, ходит. А для него нет имени, получается. Так, пицца. А, курица. Это не его имя, если что. Так, пицца, курица. Так, раз, два, три, четыре. Курица. Угу. Что нам бы еще тебе дать? Лососика нет. Лосось. Лосось, большие суши. Лосось. Лосось. Блин. Опоздала. О, носит какие коробки большие. Все? Покупателей нету? Поехали. Товар не найдены 9, товары считаются дорогими 5. Ё-моё, 5 товаров считаются дорогими. Нет, тут все нормально. Господи, это нам придется... Нам придется сделать тут целую инвентаризацию, чтобы понять, что у нас здесь дорогое, а что нет. Тут, в принципе, вон такая же цена даже стоит, слушай. Вот такая же цена стоит. Открываемся. Что интересно, дорогое. Тут тоже такая же цена стоит. Так, давай сделаем. Так, тут такая же цена стоит. Тут вообще цены дешманские, вы издеваетесь? Боже, боже мой, что за цены? Цены очень дешевые, какие дорогие товары. Да вы угораете, дорогие товары. Ага, конечно. Так, новая пицца, курица. Ой. Так, а, я же заказ сделала. Почему я же сделала? Вот. Так, что я могу вообще купить? А, давай счета глянем. Да-да. Счета бы еще платить. Так, счета бы платить, касса закрыта. Хорошо, что я могу вообще покупать? Лицензию пока еще рано, очень прям рано на самом деле. Развитие, развитие магазина 11 тысяч. То есть получается, смотри, по уровню если смотреть, у нас сейчас должен быть вот это расширение за 24 тысячи. Это ж просто охренеть сколько. Но на самом деле, наверное, так и надо, потому что у нас нету... Мало стеллажей для химии, например. Нам было туда расшириться. Было бы нормально. 11 тысяч. Ну что, я думаю, что на самом деле до 42 уровня мы накопим на это расширение и можем спокойно купить. Мы можем даже нанять кладовщика 4-го. А кассира пока нет, у нас оформленных заказов нет. Ну, мы сейчас это с легкостью сделаем. Хотя, вот смотри, склад мы полностью расширили на максимум. Но это мало, этого мало. То есть нам сюда влезет еще, ну, лицензии 2 максимум. И все. И все. Это очень мало. Это очень мало. Мне это не нравится, это очень мало. Пюрешечка. Ладно, давай-ка. Пюрешечку. Пюрешечку, рожки. Так, рожки. А, цена еще поднялась на месяц. Так, злаки белые. Злаки.
Так, картошка имеется, пока это у нас имеется. Большие суши не имеются. Суши большие не имеются. Заказываем. Так, что у нас здесь? Пицца. Так, посудомойка. Посудомойка нужна. Яйца. Средние, большие. Яйца средние, большие. Лосось. Яйца. Средние, большие. Лосось. Почему-то лосось не заказался, хотя мы его заказывали. Лосось. Пицца. Пицца. Все, у нас все имеется. Там что-то не ругались, что чего-то нету или что? Что такое? Кто что ругается? На что говорите? Блин, нам нужен еще один кладовщик, они не успевают. Они не успевают. Серьезно? Дневная зарплата 90. Давай-ка. Поехали. У нас еще кладовщики. Капец, куда мне столько? Они просто не успевают. Давай. Поехали. Давай-ка я сама еще химии потаскаю. Химия. Тут как раз одна штука. Прекрасно. Все, моя работа сделана. Спасибо. Блин, я же заказывала новую пиццу. Я не новую заказала. Ё-моё. Я не новую пиццу заказала. Я новую заказывала. Так, подожди. Мне надо товар пополнять. Давайте, 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 Васечки. Давайте, работайте, работайте быстрее. У нас полки голые. Как так можно? Ага, отлично. Потрясающе. Так, работаем, свет включаем. Дима Биланчик, давай, Сергейка, давай. Все, мы справимся сегодня. У нас самая лучшая смена и заключительная на сегодня. Так, 6 долларов. 3 цента. Поехали. Все, понятно. Так, мыла нету, я вижу. Я вижу, что у меня мыла нету. Оп. Угу, отличненько. Кстати, коробочки, помнишь? Я же тебе говорила, я скачала мод. Сейчас тебе покажу, как оно работает. А то я-то его добавила. И все. И все. И не пользуемся. А я же хотела перестановочку там сделать. Как раз таки в суши. Фига, покупочки пошли, 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 родные. Это ты высокий. У нас чек реально уже стал большой. Не то, что пару смен до этого. Так, 50. Иди. Оп-оп-оп. Так, 36 тебе надо. Ой-ой-ой. 36. 96. Многовато. Так, смотри, что я хочу делать. Мусака, ну, вроде бы нормально. Нормально. Здесь я хотела сделать целый стеллаж, получается, холодильник роллов. Тогда мне надо купить еще один холодильник и большой. А я уже не успею, все. А все, я уже не успела. Так. Я могу тогда что-то другое переставить, например. Воду забирают, яйца забирают. Есть у меня сейчас такое. В принципе, мусаку можно на два, на две полочки. В принципе, да, мусаку давай-ка пока на две полочки, например. Смотри, правой кнопкой щелкаю, хоп, у меня появляется коробка нужного размера. О, отлично, это ставим сюда, это ставим сюда. Щелкаю на лососика. И сразу появляется коробочка. Удобно, очень удобно на самом деле. Да, я понимаю, это нереалистично, но что поделать?
Задолбал. Задолбал. Я только что убрала. Капец. Капец, ты видишь, какой он, зараза. А все. Так, я хочу теперь его переставить. Теперь хочу тунец переставить. Так, оп. Оп. И вот сюда поставить тунец. Вот, тут как бы все с рыбками связано. Неплохо. Ну, тут у нас свободно, тут у нас свободно. Отлично, только теперь здесь дофига коробок. Надо бы повыкидывать это все дело. Ну, слушай, если мы так будем работать, мы за, ну, 2-3 смены спокойно заработаем на то расширение за 11 тысяч. Так что, думаю, будем стремиться побольше к расширениям. Там, оказывается, мы, ого, сколько должны. Мы уже должны были купить расширение за 24 тысячи. То есть у нас сейчас должно быть товаров намного больше. Они, значит, должны дублироваться еще на один стеллаж. Еще на один стеллаж. Но полки пустые. Ну, не знаю. Ну, не знаю, чтобы столько дублироваться. Ну, не знаю пока. Так, ну, тут у нас все хорошо. Все удобненько. Все отлично. Можно бумажку выставить, если она есть у нас. Например, туалетная бумажка. И куда? Да. О, отлично. То они не успевают, я уж помогу им. Это ж мой магазин, как бы мое уже дело. Все должно быть идеально в этом плане. Так, ага, все. А, что, вы на моей кассе стоите? Господи боже, нет бы на другую пойти. С ума сойти. Так. Следующий. Что ко мне идут? Ну, у другие кассы есть. Я забыла закрыть, а они ко мне прут. Давай. О, хорошая покупочка. Хорошая в конце дня. Молодец. 175, ну ты мне и выручку-то сделал. Давай, гуляй. Это закрываю, все. Все, сегодня мы заканчиваем этот денечек. Считается дорогими. Короче, нам надо проводить инвентаризацию лютую. Все, следующий ролик у нас начнется с того, что мы все ценники пересмотрим и поменяем цену. Вот серьезно, включим мозги, будем работать калькуляторами, чтобы вот это вот все... сделать адекватно. По 10% плюс. Все. Так что у нас-то математика и так только пойдет в высчитывание. Так что подготовься. Шоколадочку возьми, чтобы мозг работал. И будет потрясающе. Всё. Спасибо тебе большое за просмотр, за твой лайкосик, комментарий, подсказочки. Не забудь, надо бы выбрать уже двоим имя. Кладовщикам. Да, мне кажется, я вместо одного могу пока сама работать. Ну, мне кажется, ну ладно, пусть будет. Хорошо. Ну, пусть будет. Хорошо. Пусть. Хорошо. Все. Спасибо тебе большое. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. Все. Ссылочки на все в описании канала. И всем пока-пока.